Всем привет, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня вам поведаю великую тайну. Сегодня я вам хочу рассказать о моих планах на FIFA 18. Что будет у меня на канале, стоит ли вам это смотреть? Ну, естественно, стоит. 1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Первое, что я хочу сделать, это полностью обновить свое оборудование. Хочу поменять свою аудиотехнику, потому что она у меня то громко, то тихо ебошит. У меня USB уже отваливается, и я хочу взять себе какой-нибудь крутой микрофон. Думаю, взять Blue Yeti. Если кто разбирается в крутых микрофонах, помогите мне с этим и пишите об этом в комментариях. Второе, то, что я хочу сделать, это обновить свою ебучую камеру, потому что я заебался уже снимать на веб-камеру, и это вообще не дело. Я сам себя ругаю за то, что я снимаю на вот это вот дерьмо. Вы знаете, как это сложно? Я сажусь выбирать камеру, начинаю читать отзывы, вроде все круто, и обязательно какой-нибудь уебок напишет, что она там перегревается, там еще какая-нибудь пидоросня, и вот все, мысли теряются, я начинаю смотреть другую камеру, там той тоже косяки, и вот каждый раз такая пидоросня, то есть мне нужна тоже новая камера, и опять же, если вы шарите, можете помочь мне с этим. Третье, что я хочу сделать, это обновить свою карту видеозахвата. Авермедия пошла нахер, потому что, блядь, у меня была одна Авермедия, вот такая вот лайтовая версия, которая вставляется в комп, она у меня нахуй начала мозги ебать уже где-то через год. Вторая Авермедия, которую я купил, она вроде 60 FPS, но качество картинки мне совсем не нравится. Она какое-то говнистое, такое размыленное, что ли, я не знаю. Хотя за это дерьмо я дал 10 кусков, я думал, там качество будет охеренное. Я, скорее всего, возьму себе Elgato 60S. Вроде так называется карта видеозахвата, и картинка там шикарная. Поэтому самое главное, что вы должны понимать, что качество картинки, звука и прочего-прочего улучшится в разы. И да, это надо было сделать уже давно. По поводу новых рубрик. Это очень сложная тема, как вы понимаете. Сейчас, если ты не кликбейтишь, то ты сосешь хуи. То есть, если я начну снимать те же ванапы, которые вы пишете, верни ванапы, верни там рубрики FIFA Points Only, их не так активно смотрят, как кликбейтные видосы. То есть, ну, опять же, я говорю про кликбейт в меру. Окрасить голову и бороды за лайки, ну, вряд ли я этим когда-то буду заниматься, хотя хуй его знает, блядь. Давайте, если этот видос собирает 100 тысяч лайков, я крашу голову в красный цвет. Без пиздежа, красный цвет у меня будет на башке, если этот ролик собирает 100 тысяч лайков. Сказочный долбоеб. Я, кажется, немножко отстранился от темы своих планов. В общем-то, да, по поводу кликбейта. Да, это полная хуйня, и в последнее время все больше и больше фиферов хуярят кликбейты. Но, как вы понимаете, без них никуда, как бы. У меня будут кликбейты, но они будут все в меру. Не буду доходить, опять же, до всякого абсурда. Коллаборации, естественно, у меня будут. Я пока со всеми хорошо общаюсь, ни с кем не ссорился. Поэтому в дальнейшем у меня в планах снять какие-нибудь крутые ролики с Миллером. Я думаю, какие-нибудь челленджи мы обязательно запишем. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, ждите. А, кое-что забыл, пацаны. Вы наверняка заметили, что у меня новый трон. Мое старое кресло к херам сломалось, и компания DX Racer предложила мне свою помощь в этом. И вот, собственно, раскраску выбирал я сам. Ну, я люблю голубые, черно-голубые тона. На самом деле, сочетание цвета реально крутое. Так что, пацаны, я доволен как слон. Безумно удобное кресло. Если вы хотите себе такое же, то можете, собственно, прикупить себе. Ссылочки все я оставлю в описании. Чекайте, смотрите. Ну, более-менее расписав, что ждет вас в ближайшее время. По поводу новых проектов каких-нибудь глобальных, больших, я еще подумаю. Я сейчас думаю о том, чтобы записать свой видеоклип. No, God, please, no! Если у меня получится, то это будет круто. Если получится плохо, то выпускать я не буду, честно. Также, пацаны, я планирую записывать ролики по CSGO, потому что в последнее время я так часто снимаю CSGO, что реально думаю, что можно было бы запилить на второй канал. Почему бы и нет? Поэтому второй канал, возможно, я оживлю с роликами по CSGO. Всякое может быть. Но это не точно, опять же, это я так просто, типа, в мыслях раскидываю возможные варианты событий. А на сегодня у меня все, пацаны. Такой вот видосик получается. И, в принципе, я от вас хочу слышать, что вы хотите видеть на моем канале Фифки 18. А с вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем хорошего настроения. Покедова.